Поздно вечером в пятницу на улице Гагарина приступили к монтажу нового светового потолка, который станет настоящим предновогодним подарком для всех димитровградцев. Идея нового оформления появилась в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города. Воплотили ее в жизнь городские предприниматели. Фигурки будут у нас звездочки, подарочки для того, чтобы создать новогоднее настроение в городе и подарить какую-то чуточку счастья людям, которые здесь будут проходить по магазину. Хочу сказать слова благодарности тем предпринимателям, которые украшают город для предстоящего Нового года. 105 фигур. Сделаны они на основе металлического каркаса, обтянутого дюралайтом. Конструкции в виде подарков и звезд отлично вписались в световое оформление улицы Гагарина, создавая по-настоящему новогоднее настроение у димитровградцев и гостей города. Татьяна Лисеева, Анжелика Барвинок. «Наше время».